Сегодня утром на базе 235-го полка военно-транспортной авиации России прошел очередной этап подготовки для участия в крупномасштабных учениях «Центр-2019». В пятницу 19 самолетов Ил-76 вылетят с Ульяновского аэродрома «Восточный» и проследуют в Оренбургскую область. Там над полигоном состоится десантирование тяжелой бронетехники и личного состава воздушно-десантных сил. Загружены боевые машины десанта БМД-2, загружены БТРы в количестве 48 единиц, личный состав в количестве 285 человек. Готовы к выполнению поставленных задач. Всего в маневрах «Центр-2019» задействованы армии 8 стран. Помимо России, это Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Общая численность военнослужащих – 128 тысяч человек, а еще больше 20 тысяч единиц техники, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников.